Самой значимой темой как в городе, так и в стране остается здравоохранение. В Нижнекамске районе за прошедшие 4 года было построено 8 новых фельдшерско-акушерских пунктов и одна амбулатория. Во многих медицинских организациях провели капитальный ремонт. Что за последние годы мы в целом значительно улучшили материально-техническую базу наших лечебных учреждений, как в селе, так и в городе. Катастрофическая нехватка рабочих кадров оказывает значительное влияние на качество оказываемых услуг. На сегодняшний день Нижнекамский дефицит 180 врачей. Но благодаря поддержке президента республики было принято решение привлекать специалистов из других регионов России и предоставлять им жилье. Дать квоту не всем, а те специальности, которые нам нужны, их на арендное жилье, потом на ипотеку, чтобы они... Немаловажная тема – жилой фонд. За 8 лет в Нижнекамске было отремонтировано свыше 70% многоквартирных домов. Как отметил глава, здесь важен комплексный подход. Вместе с ремонтом жилого здания необходимо приводить в порядок и прилегающую к нему территорию. Решаются вопросы ремонта дорог во дворах, подъездов, а также вопросы благоустройства озеленения, обустройства малых комнат, спортивных, детских игровых площадок единого стандарта. Подытожили совещание предстоящим юбилеем, который состоится уже в эту субботу. В рамках праздника организовано большое количество мероприятий, таких как открытие 50-метрового фонтана и долгожданного музея на обновленной набережной, официальное включение Нижнекамской телевышки в парке «Семья» и обширная концертная программа.